Ну что, ребята, тыц-тры-рыц, начинаем мы с вами квалификацию на денежный турнир, который пройдет Think Time. Дать его сборище. Ну и сейчас мы давайте загрузимся уже в игру. И там уже поговорим про все события, которые прошли за этих... Сколько? Полторы недели? Да, мы с вами не виделись примерно... Ну да, где-то примерно полторы недели. Я за всем очень-очень соскучился за командами. Здесь играют команды. Вот, кстати, сейчас будут нам показывать команды, которые играли у нас на прошлом турнире. Играют у нас сегодня, как мы... Сейчас, секундочку, ребят. Секундочку. О, хорошо. Все. Так, ну что ж, играет у нас команда Screamer Marvel и The Mortal One. Ребят, просто открывает наш сезон, эту квалификацию, открывает команда The Mortal One. Боже, все за ней, я думаю, соскучились. Все помнят, как они играют. Все прекрасно помнят. Ну и что ж, состав команд, за которыми я тоже очень соскучился. Локи, Гоблин, Божья Рука, Амон-Ра, Меланхолик, кстати. А вот немножко-то пикер, у них изменения получились. Ну ладно, про изменения мы потом поговорим. Ой, сейчас... Ладно, состав команды Screamer Marvel. Смайлик, мой друг. Я, конечно, я не знаю, за которую команду, конечно, здесь топить. Обе команды, я знаю, что сильные, потому что... Вы все знаете, что я прекрасно уважаю команду из The Mortal One и Marvel. Marvel хоть и новички в этом турнире. Но, как я уже сказал, там играет мой друг, очень хороший. Ну ладно. Смайлик, я надеюсь, что он покажет. Я про него вспоминал в турнире в прошлом, да, который я комментировал, стримил. Ну ладно, посмотрим, что он нам покажет сегодня. Флиф. Ночи. Бэтмен и Паскуда. Да, состав команды Marvel. Так, ребят, давайте немножко, какие изменения у нас произошли, да? Все мы помним прекрасно команду The Mortal One, который на пике у которого сидел Амон-Ра. Но в случае в связи с некоторыми изменениями, Амон-Ра, как видим, мы сняли его с пика. Меланхоли сел на пик, Керри. Ой... Ну, Божья Рука, я думаю, тоже нам будет показывать отличную игру. Это все-таки от, когда проходил турнир, да, Think Time, мы делали турнир. Ну, это делали команды, команды захотели сделать этот турнир, они сделали турнир 1-1, мидеры. Они показывали, кто на миду лучше. Ну, и мы все замечательно помним, что Божья Рука показал хорошие результаты, что Божья Рука победила. Это тот, кто смотрит стрим, и тот, кто заходит в группу, да, там все дела, тыры-пыры. Ладно. Насколько я слышал, что у игроков из команды The Mortal One немножко испортилась, так бы скажем, то ли их связочка, то ли фиг его знает. Ну, потому что, во-первых, не просто так же сняли Амон-Ра с пика, правильно? Правильно. Но я надеюсь, основка у них та же. Никто никуда ни роли не менял. Ну, и встречаем их в новом сезоне. Я надеюсь, сейчас они отыграют на полную. И все, не зря я все-таки выбрал, чтобы стримить именно эту игру, потому что у нас параллельно идет еще одна игра, которая без стрима. Ну, кажется, она не идет. Ну ладно, давайте пики баним. Скример Марвел. Марвел забанили Джаггернаута, Тролля, Вайда. Взяли себе Акса и Андайнга. Связочка неплохая уже. Так как Андайнг, мы знаем, что Дикей много может насосать хп, да? Ну, если качать еще Соул Рип, то вообще... Жасть, там Макс будет просто, если это трипла пойдет, если это Undying Support, это по-любому будет он саппортом. Ой, как это очень больно будет. Ладно, команда The Mortal One, Брюмастер, Тайдхантер. Ну, первых два пика мы видим у них дефолтных. Ой, вернее, говорю, пика бана. Ну, нету разницы. Сало. Тоже забанили, ну видно, там Магнус, Огермаг, чтобы ничего там им не мешало и так далее. Ancient Operation забанили Marvel. Боятся они, что помешает им хил. Ну, там же, я говорю, что там есть и Акс, и зомби. Поэтому аппарат очень бы хорошо смотрелся в команде The Mortal One.
Ну, сколько вы знаете, я уже лишился своего напарника комментатором. Да, ушел он от меня. Не хочет он со мной сидеть комментировать. Шторма! Забанили команда The Mortal One. Да, блин, я на стримах говорил, что Смайлик очень хорошо отыгрывает на шторме. Видимо, ребята смотрели записи игр. Слушали. Джакиро. Тоже дефолтненько так забирают. Ну, уже, знаю, да, нарисовывается связка Магнус, Огермах и Джакиро, да? Ну, там тоже. Аксен, Дайнг, Дазл. Блин, вот эта трипла, если она отправится в сложную линию, это будет очень-очень-очень больно. Там подхила просто немерено. Но, не забудем, что от Андайнга спасает кто у нас? Бристлбэк может спасти, правильно? Эмбер Спирит не в бане. В принципе, этих оба персонажа, они не в бане. Можно спокойно их просто забрать. Там тем более и Крест есть, да, и Poison Touch. Если будет 3 против 3 плейстать, будет очень больно. Плюс есть Вив, Shadow Вив. Я за хилку говорю. Ладно, четвертый пик. Команда The Mortal One. Ну блин, в команде ТМУ все ясно. Магнус дает РП, Огермаг туда Игнейт, там Глатостанчик Файербластом, да, там Джакира дает Макропиру, Ликвид Файер. Там, в принципе, все можно, и Дуал можно прописать, и Айспав. Ладно, Разора себе ребята забирают из команды ТМО. Скорее всего, это для божьей... А, хотя нет, это скорее всего будет Керри. Хотя не знаю, увидим. Феникса, блин, первый раз на турнире, что в том, ну хотя этот и так идет, да, как первый раз, типа новый там сезончик, все дела, ну блин, Феникса забирают себе первые на этом стриме, вообще первые они забирают себе Феникса, первый раз я буду видеть Феникса, ну ладно, посмотрим, и пятый бан от команды ТМО, что туда может еще такое заехать, блин, ну я даже не знаю расстановки лайна, Феникс это, что, керри, мидер, инициатор какой-то. Или это все-таки пойдет Акс, Андайнг, Дазл пойдет вниз? Потому что Феникс оставить на изи лайн это бред. Ну ладно, посмотрим. Что туда может заехать? Ну, давайте так скажем, пускай им не хватает мидера, да? Потому что, ну, ясно, что на мид с тех героев никто не пойдет. Ну вот, Ланаю забанили, хорошо. Блин, ну я думаю, Ланая бы не очень подходила. Я думаю, скорее всего, тут какой-то пак бы заезжал. Туда намного лучше. Ну блин, кому можно добрать Марвел? Ну какой-то Вайпер, я не знаю, с руки, чтобы... Даже самого, того самого Бриста даже можно забрать. 10 seconds remaining. Ну блин, посмотрим. 5 seconds remaining. Ребят, кто смотрит стрим? Реквизиты, там, кто хочет нам помочь? Какие-то денежки, какой-то рубль. Хотя бы даже рубль, кидайте, не будьте жидами. Все будет идти на рекламу сообщества, на рекламу турниров и так далее. Медузу забанили команда Marvel. Я так и не вылечился, но более-менее. Это пятый пик от команды ТМО. 5 seconds remaining. Reserve time. Тратит наш меланхолий резерв тайм. Ну вот, блин, повторяю. Эмбер Спирит не в бане. Бристлбэк тоже не в бане. Кстати, Бристлбэк может очень хорошо даже заезжать вот под эту связку, тем более есть Магнус. Если Бристлбэк даст нам себе, допустим, со второй, да даже с первой ульты, там и так дамедж, там 80, даже там больше, там около сотни дамеджа просто, блин. Нет, они в Свен. Ну ладно, Свен тоже хорошо, сплэш у него свой есть, плюс Магнус Эмпауэр. Будет очень больно по ТРП, блин, да какой же уж у них пик, у них просто связка вырисовалась конкретно. Кстати, я скажу от себя, я тоже посмотрел на недоработки, которые я совершал в стримах. Бывал тупил, бывал, да, там неправильно что-то называл. Я все это изучал, я смотрел, как я пересматривал свои записи. Здесь такого больше не будет. Ребят, там сейчас открыт снизу есть ссылка под стримом, есть ссылка на группу нашу. Заходите там, смотрите, там будет проходить турнир у нас. Денежный, с денежным взносом и с призом. Там за первое место что-то 5000 вроде бы.
сколько, если я не ошибаюсь. Так что, ребят, заходите, зарегистрируйтесь. Я думаю, не жалко по 100 рублей, да, с игрока. Блин, ну это вообще изи, 100 рублей. Ну, это сколько там на украинский, если перевести? 20 гривен, 20-25 гривен. Просто с человека, блин. Ну это херня, серьезно. Там, подумайте, там, подумаешь, там два раза в школе не пообедаешь. Зато на турнире поиграешь, сможешь что-то показать. 20 секунд остается у Бэтмена. Бэтмен там сидит на пике. Вайпер. Ну, то, что я говорил, какой-то вайпер. Ну, я же говорю, пак был, мне кажется, лучше бы заезжал. Ну ладно, посмотрим. Еще и смайлик. Да, все-таки смайлик они скинули с роли. Смайлик все-таки играет в миде у нас. Ну и сейчас будем смотреть. Ну там, ух ты, Магнус это сложный, да. Ну я, блин, вначале почему ты так и подумал, что Магнус будет сложный. Ну и остается у нас Локи добирать своего персонажа. Итак, Локи играет на Огрмаге, Гоблин играет на Магнусе, Божья Рука играет на Раззоре, а Монра играет на Джакира. Меланхоли 717, поприветствуем Керри, Свен. Команда ТМО была, The Mortal One. Так, команда Марвел. Смайлик играет на Вайпере, Флиф играет на Фениксе. Нохчи играет на Дастре, Бэтмен играет на Аксе и Паскуда играет на Андайнге. Ну... посмотрим, что здесь будет. Сейчас, ребят, секундочку я сверну, посмотрю, как оно все стоит. А, довольно все хорошо. Так, реквизиты у вас есть, ребят? Кто желает нам помочь, просто кидайте. Потом, я же говорю, дальше там будут розыгрыши на стримах и так дальше. Вот, допустим, на... да, вот на гранд-финале, так бы скажем, вот этого вот мини-турнирчика, типа промежуточного, да, турнира. Будет разыгран сетик какой-то, у себя выберу какой-то сетик, разыграю. Ну и смотрим. Флиф пошел в Easy Lane. Блин, ну то я не ожидал, что вот это вот Флиф пойдет, да, в Easy Lane. А Магнус, а они выкупили, походу, этот прикол. А Гоблин-то, походу, ТМО, The Mortal One, походу, выкупили этот прикол. Что стриплой, и они Гоблин отправляют на легкую. Очень хорошо. Очень хорошо, что они Гоблина отправляют на легкую, потому что если была бы здесь битрипла, она по-любому бы здесь не вышла, и Сон бы здесь ничего не нафармил. Вот, сразу же за тавер пошел Бэтмен. Ну блин, терпеть здесь будет Гоблин. Вот не привык Гоблин здесь терпеть, вообще на своем лане он вообще не привык терпеть, да? Блин, ну вот и что вот ты сейчас делаешь здесь? Вот есть подхил, да, там что не прокачано, есть подскуда, только с тамбой, блин. Ну ладно, его право, да. А я вот думаю, что сейчас так, что вот Флип, вот по сути Меланхоли, блин, ну, сказать, что совсем ничего не сделать, это, конечно, будет грубая ошибка. Ну, блин, одного саппорта здесь оставить и одного отправить вниз, и желательно дальнего боя. Вот там он Ра может спокойно сейчас отправляться вниз. Так, в миду. Будет противостояние в миду Смайлика и Божьей Руки. Блин, два опытных, реально опытных мидера, которые могут и которые умеют играть. Ну вот. Вот. То, что я говорил, что с саппортом нужно туда уезжать. Ой-ой-ой, Амунраса как подставляется. Неужели ФБ, да, ферзла забирает паскуда. Ну ничего, еще вот это вот ночи можно забрать. Это уже даблкил. Откуда делает даблкил? Блин, просто все на изи поуходили. Сейчас будет фаербласт. Божий... а, не, Локи играет. Локи, ну блин, не заберет. Слишком толстый андайнг. 800 копеек у него, 900 копеек у него уже есть. И если это будет фаст аркан, это будет... ой-ой-ой, как плохо. Ну и Локи гоняется с Нохчи. Здесь пропадают... а, нет, было еще Дикеев. Блин, ну и бой не в пользу команды ТМО. Ну блин, я же говорю, это насколько сильная трипла, это просто имба трипла. Но Меланхоли, я же говорю, будет начинать страдать от этого птичек. Блин, я даже этого скиллы не знаю. Икарус Дайвс, это я знаю. Файр Спирит, Санрейн, это я тоже знаю. И Супернова, это я тоже знаю. Да, сложно стоять здесь Гоблину.
Ну, Бэтмен здесь свое возьмет, это ясно, да, у него уже есть, вот, допустим, там Транквилл, у меня только подлагивает, ну, это чуть-чуть, не столь важно. Ну и в миду, 11 на 1, у Разора 11 на 3, у Смайлика, блин, то, что я говорил, что два опытных мидера. Не будет здесь тотального перефарма, умеет стоять оба мидера. Ой, Локи, за тавер, не надо, что ж ты, а, здесь и Амон Ра, хорошо, Смайлик очень хорошо подставляется, это минус Смайлик. Очень хорошо сработано, да. Вышли саппорты в ганг. За, говорю, вышли саппорты в мид, загангали. Хорошо, ну и ответочка пошла. Меланхолия, что здесь? Четвертый уровень. 400, видим, что у него тут. Хотя, смотри, 12 на 6 у него. Блин, третье место на творце, очень хорошо. А Смайлик там, блин, вот как это смерть Смайлику сейчас, да, не подходит? Есть банка, есть врайсбенд. Есть два тангуса. Ну хорошо, что хоть банка есть, я вам так скажу. Ой, гоблина. Гоблина здесь вообще загнали. Гоблин здесь вообще печально. У него ни фарма, ни эксп, ничего у него нету. И можно сейчас спокойно забирать здесь тавер. Это будет ранние товара, да, очень хорошо для всей команды. Уже тем более у него есть, у Акса есть Транквил, и у него уже 600 сверху. Блин, это 4-я минута, и это может очень-очень-очень-очень быстро. Фух, быть. Блинк. Ну, либо Вангуард, либо Блинк. Но мне кажется, что Блинк лучше сделать вот здесь будет... Вот это вот паскуде. Флиф. Что здесь у Флифа? Тоже есть ранквилы. 300 сверху. Ну и Меланхоли умеет тоже фармить. Как это еще не странно, что я сегодня вообще не пропустил ни одного еще фрага. Ну это хорошо. Ой, вот гоблин. За гоблином уже погоня. Отжимают все просто у него. И руны просто все гоняют. Ой-ой. Здесь очень просел Флиф. Даже не успел это заметить, видимо, ему нравилось с пафом. А нет, даже МП не тратил. Ну, видимо, не успел чуть-чуть. Ну и такое бывает. Ну, махнуться сторонами, да, с гоблином, вообще не вариант. Ой-ой, Марвел Смайлик обратно проседает. Ну, блин, вот это вот вторая смерть на 4-й минуте. То, что у Божьей Руки уже есть 6-й, у Смайлика еще его нету. А Вайпер Страйк очень-очень-очень сейчас надо. Ну, блин, можно фактически сказать, что он исключает Свена из боя. Этим самым Вайпер Страйком. Амон Ра, третий уровень. Хорошо, 5-я минута. Достаточно. Ну, вот так забирает тавер. Это то, что я говорю, что ранние деньги для команды очень хорошо. Ну и что, счет 2-2. Магнусу уже будет немножко легче стоять. Хорошо. Блин, как ни странно, но у него есть уже 5-й уровень. Ему еще немного к 6-му. И это очень-очень-очень хорошо. Как-никак, он свой шмот вынес. Разор ставит паузу. Что там, проблемы у Божьей Руки? Аквила тапок негрейдженный. Ну ладно. Это такое, наберется все. Кстати, а у него ботла нету, да? Вот, рисует. А Монра, чтобы, типа, го, обойдем. Там все дела, тыры-пыры, обойдем, убьем. Ну тут есть Икарус Дайв, блин, он уйдет. Это ясно, да? Более дальность полета в штуку 400, это довольно-таки неплохо. Я немножко приболел, у меня все просто болит. Ну, пока пауза стоит, я зайду, посмотрю, что там пишут. Что там пишет мне в Steam? Вот Божья Рука, я вижу, что заходит в доту. Что-то у него, видимо, было. Сейчас, ребят, секундочку, я прошу кое-что. Так, ну и возвращаемся мы в игру. Обратно здесь гоблина видим, гоняют. Блин, даже спушили Т1, за Т2 зашли, и то... Я не знаю, очень сложно здесь стоять.
Гоблину, гоблин со своего лайна, считайте, ничего не вынес. Мы запрыгнули за тавер, ну блин, уходить надо, тут уже сейф ТП летит, да, прилетел сюда. Но к чим? И догоняет. Саппортов команды ТМО. Смайлик, до сих пор 5 уровня, нету еще 6. Блин, как же он так просел, а? 39 на 0. Крипстату Бэтмена, Лакса. 23 на 10 у Смайлика. Блин, а несмотря даже на то, что он просел, что несмотря на тех две смерти, блин, чей божья рука умудряется идти позади. Ну то, что я говорил, что два хороших мидера, вот здесь уже саппорты команды ТМО притаились и ждут выхода Смайлика, пока он появится. Вот пошли, что-то пошли, ну блин, айспав, должен лететь айспав. Нет, они решили забрать немножко тавр. Ну вот, оперативно приняли гоблина. А как? Ой-ой-ой. А Мунрал под вайпер страйка очень просел. Смайлик все-таки умудряется еще забирать. Да, хорошо, забирает еще и Смайлика. Кстати, Глинком насосал. И он, ох, чи, как же ж больно пол. Ой-ой-ой, хорошо. Хороший играть. Нужно бежать дальше и просто потом плазмой ударить. Поздно. Вернее, рано. Но все равно добивает с руки. Там очень много насосал. 120 урона плюс. И делает тейп-аут. Хорошо, есть физы. Если это будет физы. А, нет, это скорее всего будет Меканс. Нет, это будет ПТ. Не угадываю я сегодня с артефактами. Ну да ладно, не страшно. Флиф. Да, прожигает здесь очень хорошо Меланхоли. Меланхоли ПТ. 550. Все, больше ничего. Вот сравнять, да, два керри, которые фармили 45 на 0 и 26 на 14. Не очень хороший. Ну блин, команды проседают. Команды действительно проседают. Ну и гоблину немножко открылось пространство для фарма. Так же самое здесь ставили и паскуду. Есть аркан тап. Что тут уже на топе за экшен? Пошел экшен, нам раз файна забрали. Агр, да. Агр накидали. Птичек. И Гарусом пролетели. И... А вайпер Меку не будет делать. Да, хорошо. Меку делает флиф. Пошла драка Смайлика. Полетел Файрбласт. Божья рука под... Уже под Эем. Уже... Ой-ой-ой. Неужели не догонит? На РП там маны не хватило. Паскуда сейчас может очень хорошо подставиться, блин, а тут в единичку прокачан. Блин, как это его скиллы уже? Ванечка, короче, ванечку прокачана пассива, да? Ну, сейчас еще нас сосет. Можно забрать флифа. Здесь нету суперновы. Сейчас будет тайп-аут отсюда, да? Флифу должен, срочно должен... О, почти, почти. Да, ушел. Не успевает долететь до того места. Ничего. Здесь догорел Джекира. Смайли, хорошо, есть физы. Банка. 909. Говорю, 909 минута. Ну, вместе, ребятам надо собираться, да, надо идти товара забирать. Варды. Вот пошли уже, да, за тавер. Буду сейчас пушивать Т1 на миде. Ну да, то, что я говорю, что надо быстро забирать товара, пока у них это получается. Пока, да, пока они там лидируют, у них 4-7. Где они ведут со счетом 7-4. Вот, есть блин, то, что я говорил ранее, блин. Ну, сейчас нужно сделать какой-то ВГ, там, Кризион Гвард, Блейдмейл, Аганим. Хотя многие команды даже Блейдмейл не делают. Считают, нафиг надо. Да, увидели здесь, что поставили вард. Гоблин помигал. У гоблина есть РП. Но у гоблина нету блинка. Это плохо. Две смерти. Бэтмен залетел. Супернова пошла. Блин, боже, как же ж больно. Божьи руки. Божья рука просто умирает. И супернова. Магнус влетел. Хорошо, что дальше. Хочет дать РП. Не получается никак. У него так и не даст. Приговаривает его здесь. Это 2 в 0.
Амон-Ра приморозил. Блин, поменяю. Убили двоих кор-героев. Свен пришел, хорошо. Далстан, Бэтмен тут же залетел. Очень плохо. Хорошо поставилось там стаун. Флип что-то залетел. Меланхоли, блин, ну как же он... Как же он проседает? Уже Овнич нам говорит, комментатор. Амон-Ра тоже забирает. Даже без ульты Акса. А, там когда ульты? Локи тоже погибает. Смайлик его просто с руки захаркал. 1200 имеется у Смайлика сверх. Это уже будет поинт-бустер. У Флифа появился механизм. Ну блин, неужели эта игра так быстро закончится? Radiant's middle tower has fallen. Неужели эта игра так быстро Ну блин, помним, да, что Undying это большинство, в большинстве случаев это герой ТМО. Вот что значит, если не давать им своих героев. Но как говорил мой знакомый друг, эта игра идет с самого начала в одну сторону. Ну блин, 11-я минута, даже 12-я минута, блин, аркантапки и 300 сверху у гоблина, это очень-очень-очень-очень плохо. Тысяча 300 сверху вакса есть на руках. По сути, да, по сути, можно. Можно что-то здесь еще сделать. Смайлик отключается. Бывает и такое. Можно что-то сделать. Если вот, допустим, в теории, да, вот Магнус влетает, дает РП, туда идет Эй в Сторм, да, Эй в Сторм, туда идет Игнайт по всем, да, туда идет баф, конечно, перед всем должен быть баф, эмпауэр на Свене, Свен встает по турту, кидает туда еще один станчик, да хотя бы даже троих туда поймать, блин, кидает еще один станчик. И просто с руки затыкать. Еще и плазмой туда можно в 300, в 400 даже ударить. Блин, ну как бы это все хорошо смотрелось. Ну видим, блин, ну 5400 акс, 4000 нетворса у Вайпера, 3800 Феникса, 3300 уже в божьей руки, 3200 будем. И 2600 у Свена. 2600. Боже, боже, боже. Как все плохо у команды The Mortal One. Смайлик хорошо переподключается. Взяли паузу. Ну ладно, смотрим дальше. Блин, ну все очень плохо. Это уже задрался повторять. Здесь гоблин что-то еще пытается выфармить. Да, ну надо. Очень нужно. Очень нужен сейчас блин. Ну или хотя бы форстав. Ну нет, ясно, да, что форстав дороже. Сколько там форстав стоит? 2250. А, в принципе, одна и та же самая цена с блинком. Да. Одна и та же самая цена с блинком. Здесь просто уже все в ордах. Вот, ребята знают, как играть. Они куда идут пушить, да, они там ворды и ставят. Они не ставят где-то вот здесь вот ворды, да, там вот здесь, вот здесь, вот, да, вот здесь. Там потом вот здесь где-то, вот здесь, вот здесь.
Вот здесь. Они ставят только туда, куда им надо. То есть они поставили вот здесь вард. Они поставили вот здесь вард. Они видят вот подходы, да, то, что к нему может подойти. Могут подойти отсюда. Могут подойти отсюда. Сейчас что-то может быть в смоках трое. Вот смок. Видим, что ногчи снял. Вард детский его поставил. Ну блин, хорошо, видишь, сейчас сам он ру. Ой-ой-ой, попал хорошо. Еще стан полетел. Ну а что дальше? Бэтмен. Да, ногчи. Здесь уже и смайлик. Смайлик попадает, дает вайпер страйку, а Амон Ра. Здесь еще и флиф дает супер новую. Локи просто. Просто всех разобрали. Это минус 2 саппорта на ровном месте. Вообще рука еще более-менее уходит на ноги. Здесь, видим, застрял Бэтмен. Подхила жесть просто. Ну хчи, вот Санрей, да? Блин. Ну и вот, вот хорошо, да, вот влетает флиф, дает супернову. И чем ты хочешь ее, и чем ты хочешь уничтожить, да? Дальних? С дальнего боя Джакира. Джакира не уничтожит. Разор. Не уничтожит. А чтобы уничтожить его яйцо, да, нужно идти толпой. Хорошо, Бэтмен нападает на Меланхолии, дает агр. Там просто дикейми засыпали. И сгорели. Горелок тоже слишком много. 4.15. На графике страшно смотреть. 7500. Это без драки вот этой вот последней. 7500. Даже 8000. Даже 9. Ведут команду. Команда Marvel. Локи тоже попадается. Приговорили его сверху. Божья рука тоже очень страдает по смайлику. Что там смайлик отошел. Еще немного отрехинился. Хорошо, Меланхолий стал по тульту. Хороший РП. Просто отличнейший РП. Ну блин, Бэтмена добить не надо. Хорошо, флиф тоже может хорошо просесть. Блин, ну уже минус 3, да. Хорошо, стан. Даблкил сделать Меланхолий через стан. И от флифа просто погибает. Хорошо, 3 в 4. Но, блин, немножко не хватило. А то, что не хватило, это не хватило БКБ для Свена. Все. Да даже в драке в плюсе выехали команда ТМУ. То, что вот это вот патч. 1400 голдей. Можно просто его сейчас поздравить. Да, конечно, много потеряли. Но все же. Им вот так вот и нужно играть. Хороший РП. Хороший God Strange. Хорошая Макропира туда же. Ну там БКБ, кто будет собирать БКБ? Там, по сути, если захочет, один вайпер будет собирать. Ну, ладно, еще может собирать себе Бэтмен. Вот Фениксу, ну нафиг не надо. Андаингу, блин, ну Андаинг, это, мне кажется, не тот герой, который его будет вообще собирать. Дазл, сами понятно. Самим все понятно. Ну и вот, то, что я говорю, куда они идут, там они... Сейчас, секундочку, ребят. Куда они идут, там они варды и ставят, да, вот они пошли сюда, они пошли спушивать вот эту вот, да, вот эту вот авер, они поставили сюда вард, и сюда, чтобы видеть, то, что я говорю, чтобы видеть вот все эти передвижения, да. Они сейчас могут спокойно идти, я эту сторону додавливаю, там еще 20 секунд, куда у нас у Махнуса. Ой, что здесь? Хорошо, получает божья рука, поставился там и тамбо, и плювки, и Бэтмен еще и верхний накрывает. Блин, ну очень больно, 2400 просто сверху голды у Бэтмена. Ну что сейчас делать? Вот что сейчас команде ТМО делать? 7.21. 10 тысяч на Творс. 5000 опыта, ну даже больше там, да. Видим, 6-6-6 примерно. Ну и ребята смещаются в мид, будут забирать мид. Т2, почему бы нет. Есть поинт бустер, есть, кстати, даже драма Пендера, здесь барабаны. Не попал немножко Бэтмена, нужно было немножко подождать. Стан влетел в одного Бэтмена, смайлик тоже получил стан. Блин, какой же он быстрый, почему-то он... Макропира стоит, гоблин куда-то прыгнул, хрен его знает вообще, куда он прыгнул. Бэтмен прыгнул, хороший кол по двоим, не приговорил, не хватило. Хорошо, дал РП, блин, а на Бэтмена сразу же поставили крест.
Здесь забирают Меланхоли просто быстро с руки. Локи заваливает просто плевками. Это минус 4 просто на ровном месте. И там где-то еще погиб Магнус, да? А, Магнус еще здесь. Вот здесь кто-то погибал. 7.25. Fight Recap. 3200 опыта. 1800, даже 900 голды. На команды Marvel. Radiant's middle tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. My gratitude. 12-13 тысяч голды. 8 тысяч XP. Radiant's top tower is under attack. Есть половина БКБ. Хорошо, не хватает рецепт. Забирают два по топу. Radiant's top tower has fallen. И вот то, что я говорил, что им нужно предпринимать. Им нужно предпринимать то, что я и говорил. То есть Магнус, РП, Магропира, God Strange, Bloodlust. И пошел вперед. Смайлика, уже есть аганим. Через 50 копеек будет аганим. Ну, смайлик, блин. Свое взял. Просто свое взял. Да, хорошо, есть аганим. Паскуда. Что у нас паскуды? У паскуды есть Crimson Guard. Тоже очень хорошо, что против Свена, Магнуса, Разора. Но появляется аганим у Вайпера. Блин, сколько же будет дэмэджа от этого Вайпер Страйка? Просто будет летать направо-налево, направо-налево, направо-налево. Фэнтези очки, вот сами видите, да? Бэтмен поставился по стан, хорошо, станом закидали. Меланхоли получил Вайпер Страйк, отходит. Колом ни по ком не попадает. Там Флейлиф, Санрэм всех просто жгет. Хорошо, еще Дикейм откидываются. Ребята, хорошо, Кримсон Гвард потеряли, но здесь отдают Локи. Блин, помните игру, когда играли вот Ослик фото вроде бы и VLC, или кто тогда играл, я уже не помню, когда была фантомка, там тоже Акс был, когда они делали просто за Т2, они заходили по Т4, они лезли, они делали там трипл киллы и ультра киллы, но потом, короче, команда просто фото, ой, команда VLC просто взяла и перевернула всю игру, там просто фантомка вышла в лейт, так дальше. Вот тоже Меланхоли, вот. Давайте представим на секунду. Он собирает Диадаус. Он собирает Мом. Гоблин дает на него эмпауэр последнего уровня. Хороший РП по пятерым. Заходит туда Свен. И блин, и как же это будет больно. Ну сейчас давайте посмотрим. Вот под эмпауэром, под этим кливом. 50%. Смайлик что-то помигал на Меланхоли. Опа, опа, опа. И Карус Дайвен залетел, супернову поставил. Хорошо, без Бэтмен приговаривает божью руку. Амон-Ра вряд ли он подставится. Флиф переродился. Гоблин, ну нужно уходить. Хорошо, есть блинк, неужели? Бэтмен просто уже лазит под Т3. Если он рад кидаться, блин, то его сейчас крипы убьют. Сколько минус брони? Вот вроде бы и немного, да? А хотя минус 20% уменьшения урона, даже минус 25. Локи откидывается, гнать. Ну, блин, им нету больше здесь что делать. Им просто нужно сейчас ждать Разора, и им нужно ждать БКБ у Свена. Потому что без этих артефактов
И без вот этого вот героя драться вообще нет смысла. Так как Грозора кор-артефакт в данный момент для команды ТМО, это Миканзм. Это очень сейчас для них полезно. Ну блин, 10 тысяч акс, это почти в два раза больше, чем у Свена. Хорошо, улетели господа. Ребята дают еще время. 16 тысяч голды. Ну блин, в XP они не отстают. 8 тысяч. 10 тысяч. 10 тысяч экспириенса. Проигрывает. Бэтмена увидели. Хорошо, кол. По... Не по ком тоже не попал. Очень хорошо. Меланхоли. Год Стрэндж. И ой, как больно. Хорошо. Не было и пресс-страйка. Так, полетел. Меланхоли под БКБ. Хорошо. Флифа. Да смотри, от него просто все убегают. Ну знаешь, что Меланхоли под БКБ ни хрена не сделаешь-то. Ой, хорошая тычка. Ну блин, дальше-то что? Магнус РП хорошо, хоть отменил. Уже повезло. Да, хорошо, уже минус 20. Быстро сбрели Бэтмена. Быстро сбрели Андайнга и Ма... Как его ник? Ногчи тоже быстро сбрели. Тоже очень хорошо. Блин, ну вот, начинает в игру потихоньку возвращаться. Ну блин, бараки стоят. Т3 стоит. Что им терять? Они вполне могут сделать офигенный камбэк. Блин, не успел я посмотреть, сколько они вернули за эту... Ну блин, посмотрите на графики. Из 20 тысяч, да, вот почти, почти вот в двадцатку, да, они перепрыгнули на 14 тысяч голды. Из XP в десятку они взяли семерку. Там вы знаете, да, там плюс-минус, я вам не могу точно сказать, я просто говорю максимально приближенное, да. Ну и смотрим. Заход на Рошана. Огр Клаб тоже есть у Разора. Это тоже будет БКБ. Потому что без БКБ... Вот вы видели, да? Меланхоли врубил БКБ и просто пошел вперед. Ну, вот то, что я говорю. Что ты ему сделаешь? Надо забрать еще стаки. Ну, Рошана здесь однозначно достается Рошан команде Marvel. Ой, какой же хил быстрый, а? Вы только посмотрите, какой же быстрый хил от Флифа. Фил. Флиф. Я называю Флиф, а не Филф. Может, меня кто-то будет судить за то, что я не говорю ники, да, правильно. Ну, как-то... Тогда подписывайтесь нормально. Фил. Как-то так, короче. Хорошо, забрали из горя пополам этого Рошана. Акс подбирает Аегис. Хорошо, и сразу же смог. Не спалили никто. Ребята все отлично знаешь, нужно идти домой, не нужно идти драться куда-то, врываться. Хорошо, я готовлю себе форстав, гоблин. Ну блин, как ни странно, он еще и вытащил себе как-то этот, блин. Вот как? Хорошо, Меланхоли. 1600 хп. Плотный, достаточно плотный. Есть Кристаллис. Хорошо. Что-то есть, какая-то заготовочка. 8200. Вырвался на третье место по нетворсу. Тоже хорошо. Ну и вот. Примерно 13500 XP. Говорю, XP. Голды. Ну и XP где-то примерно в шестерке держится. Да, в шестерке. Да, то, что я говорил, без Вангуарда пошел, без Вангуарда, зато есть Блейдмейл, есть Аганим. Ну, Акс тоже свое выформил. Ну, блин, ему на лайне вообще комфортно было стоять, чтобы, я не знаю, кому где еще лучше могло быть. Здесь почти есть тоже БКБ, божья рука, хорошо. Очень даже хорошо. Блин, надо, чтобы появлялись артефакты, хоть какие-то, хоть кор-артефакты, то, что надо. БКБ, Кристаллис. Еще бы момчик был не помешал. Ну, блин, слишком мало атак спиды. Слишком медленно бьет. 0.86 это... Ну, блин, мало. Это 1/3 атаки. Ну, в смысле, вы поняли. Или нет?
Хорошо, просто все бегают под бафом, энпауэром. Яша, есть у Вайпера. Смайлик, что ты хочешь? Мантастан, скорее всего, это будет. Так как Вайперу, я не знаю, Саша, Яшу собирать это как-то не в прикол, когда у тебя есть и Файербласт, блин, Вайпер Страйк и Poison Attack, Poison Stick, Poison Sting, или Sting, там это не тоже. Фил, 8400, Свен 8500, блин. Ложи рука, нужно куда-то тебе, братан, пойти дофармить тот кусочек аганима, который тебе остался. Да, хорошо, здесь под вордом проскочил. Но Хчим, увидели его, ребята. Флиф. Фил, блин. Смайлик бегает под Невизом. Ну, блин, врываться под Вивом нужно. Но команда ТТМУ тоже не ОП. Нет, у них есть санки, блин, раздеваривать бы. Ой, кто-то где-то куда-то влетел, батон влетел, хорошо, дал агро, Амон Ра очень быстро погибает, где-то я на развороте макропиру нужно было дать, божья рука за сегодня Батмана атаку. Ну, божьи руки замедлили. Ой-ой, меланхолия, хорошо, пошел, очень хороший РП пошло. Смайлик тоже будет минус, Акса забрали, хорошо. Нет, Смайлик еще будет жив, Смайлик отменил свое ТП. Смайлик получил стан. Хорошо, успевать еще накинуть. Вайпер страйк. Меланхолий очень битый уже. Блин, еще и БМ подрубил. Бэтмен. Надо было сразу делать байбаки ребятам. С командой ТМО. Если бы не кто-то Егис, все было бы абсолютно по-другому. Не знаю, хорошо, да. А теперь ясно, почему больше рука делал байбак. Он хотел себе... Не делал себе рецепт, он хотел себе байбак. Во. Тут немножко не так сказал. Жакира, подойди хоть дай вот сюда вот эту гребаную макропиру. Хорошо, Бэтмен агр, хорошо, пошел Бэтмейл, получил стан от огра. Есть. Ой, у меня уже язык заплетается. Бэтмен здесь погибнет, тоже, да, очень хорошо. Боже, рука насосал, неплохо. Ну, блин, даблкилл. То, что он байбекнулся, то он не заработал. Да, есть уже БКБ. Уже становится драка легче. 1600 у Свена. Вот, появляется на защиту. Хорошо, если это будет Карас, это будет вообще кайф. Даже здесь Магнусу нужно то самое БКБ. Просто всем оно здесь надо. Ай-яй, гоблин, что гоблин, что ты крипочку пропускаешь? Амон-Ра. Есть Аквила, есть Арканы, есть Войдстоун. Ну и всего Юлы. Контроль просто Акса нужен. Ох, какой контроль на Акса. Даже не на Вайпера, а на Акса. Здесь аганим. Яша так и есть. Ничего, смайлик не доделывает с этого аганима. Блин, я думал, эта катка уже кончится на 11 минуте. Но 31 минута и еще... Блин, браки, Т3 даже стоит, все стоит. Вот ребятам сейчас нужно из команды ТМО, да, разводить как-то на сплит-пуш. Покупать с собой, то есть ТПшки, бегать по разным линиям и просто пытаться спушивать Т1 товара. Хотя бы Т1, тут вот стоит, да, видим, половина. На топе, ну, больше половины стоит. 700 хп у товара. Нужно как-то бегать и вот нужно это все делать. Ну а команде Марвел нужно продолжать давить. А не рассредоточиваться и фармить. Что покупает себе Акс? Малсторм. Я, конечно, такое первый раз вижу. Я осуждать не буду, пока я это не увижу. Я ничего говорить не буду, пока я это не увижу. Но, блин, мне кажется, довольно-таки странный артефакт. Вот это вот именно артефакт на Разоре. Ой, говорю, на Разоре. На Аксе. Вот мне кажется, почему-то он странный. Ну, видим по графикам, 12 тысяч ведет команда Marvel. О, ценности, да, у Нетворса. И 5000 XP. Блин, ну, экспа здесь вообще, да, скажем, что почти она здесь ничего не решает. Вот был бы какой-то аппарат. Блин, да, его там ульта решала на ура. Блин, а вот аппарата, кстати, им надо было взять.
Даже только не знаю. Вот даже, допустим, против того... Блин, а вот вместо этого Джакира даже взять аппарат. Почему нет? Хороший тоже, блин, а была бы хорошая билка под Магнуса, под Свена. Даже под того самого Огра. Тоже эта связка саппортов очудила не меньше делов, чем Огр Мах и Джакира вместе. 10500, хорошо, как-то пытается догнать Меланхолия остальных. Меланхолия показывает, что он тоже умеет фармить. Ну, блин, эти деньги абсолютно можно сказать, что с драги, потому что 116 крипов на 32 минуте это ничего. Вайпера в мидера 106. Ну, Вакса 103, да, уже меньше. Локи все пишет, гоу, гоу, хорошо, погнали. Нахчи. Что у нас нахчи? Есть урна, есть аркан. Но им больше ни черта и не нужно. Есть мека, есть алебарда. У Феникса даже есть алебарда. Ох, как плохо будет Свену или Разору. У Гоблина появляется форстав. Тоже, да, хорошо. Я так понял, у него уже давно появился, потому что у него уже, как видим, 700 сверху. Филф. 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 Плейтмейл. Что я сказал? Плейтмейл. А то я знаю таких что-то, и там я кому-то послышал, что я сказал Блейдмейл, и что ты чё, какой Блейдмейл? Это же, блин, броня, это же типа на керасу. Бэтмен и Винвизи. Ну, ребята все стоят на базе. Боятся куда-то ребята выходить. У них, в принципе, стоит вот здесь вот вард, который вот сейчас вот закончится, да? Стрёмно ребятам подходить куда-то. На секунду, ребят, я ретабнусь. Хорошо, поехали дальше. Магнус промазал, гоблин, да как так? Хорошо, Нахчи попал, Суперноу заюзал. Хорошо, попал РП, ну блин, по одному РП там. Волк сейчас будет стан. Дальше через БКБ-то пробивает. Тамбу хорошо, быстро убили, быстро погибает здесь Бэтмен. И Флит, Филф тоже будет погибать здесь очень быстро. Это минус 3 в 0, боже, что делают ребята? Разор против Исайем, пошел дальше, паскуда. Получил стан от Свена и упал. Это Овнэдж. Это файт, это 6700 XP, 1200 голды заработал Разор, 800 голды заработал Свен, 870 заработал Магнус. 4000 голды они отыграли. Боже, как же ж много. Как же ж больно Меланхолия татычки-то нарезает, а? И есть уже кираса, вот 1000 нужна кирасе. Хорошо, будет падать Т2 и будет падать Т3, потому что еще 15 секунд не будет, ребят. Нужно, нужно идти, вайпер, вайп, смайлик здесь сейчас ничего не сделает, ну откинется по одному, вайпер страйком, нет, хорошо. Немножко покосили, нужно уходить, ребят, нужно уходить, появляется Акс, появляется Андайнг, появляется сейчас Филф. Филф, правильно, блин, я до сих пор туплю с его ником. Да, Филф. Туфлиф, Филф, да, и ребята отходят, очень хорошо. Ну вот, блин, покупка вот этого вот артефакта меня не очень, так бы скажем, не очень радует. Лучше бы взять, я не знаю, какой-то на Тараску уже даже копить, блин. Ну, Тревела себе купи, нахрен тебе эти транквилы. Ну, блин, я не знаю, ну, что еще такое можно на Акса, купи, давайте посмотрим. Ну, Шиву лучше, Блудстоун купи. Тараску, то, что я говорил, да, там, Хекс какой-то на контроль Свена, потому что Хекс, кто будет собирать здесь Хекс? Вот никто не будет собирать здесь Хекс. Ну, блин, покупать Малсторм, так, мне кажется, как по мне, так это бред. Ой-ой-ой-ой-ой, Меланхолий, как сейчас он может подставиться? У него ТП в кулдауне, и не нужно сейчас куру агрить. Хорошо, увидели, ребята, где, кто, 10 секунд, 8 секунд еще остается кулдауна у Свена на ТП. Не нужно никуда рыпаться, нужно ребятам сидеть на базе и играть от дефа. Не буду ничего ребятам писать, что-то я подумал, 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 передумал. Ну, а я пока поторчу ВК.
вот смайлик заходит в доту, у меня просто, ну, вам не показывает, у меня показывает, что там смайлик заходит в доту, у меня он есть, да, в друзьях. Вот, блин, то, что я говорил, что я, то, что я писал вот сегодня в группе, то, что я знал, что они покажут мне достойную доту, то, что они покажут мне реально крутую, веселую и достойную, естественно, доту. Ну, блин, по графикам, ребят, я вам, хотя я вам даже так скажу, 43, 48, 4 тысячи, 5 тысяч, 5 тысяч голды. Преимущество у команды Marvel, это осталось, то, что осталось. В опыте, ребят, я вас удивлю, 1000 XP ведет команда ТМУ. О боже, что творят ребята? В Разора появляется Саша Яша. Есть БКБ, есть Мека, есть Саша Яша тоже, да, хорошо. Дэмэджа тоже хватает. Блин, ну он же какой-то дефолтный такой. Боже, рука, он, блин, был бы... Почему он через дефолт не пошел? Да, там Аганим, Рефрешер, Тараска. И погнали. Вот, чтобы я не говорил, вот то, что я говорю, что, да, преимущество есть. Ну, не в 1000, да, я соврал, меньше, меньше, меньше. Получил вайпер с Ракулису Локи. Блин, ух ты, ух. Блин, 500 хп. Очень больно проседает. Ну, и команды, хорошо, Бэтмен запрыгнул на Локи. Хорошо, ну а что дальше? Получил еще и стан. Локи по барабану, Локи не жалко, это такое, саппорт. Паскуда, блин, под БКБ там Меланхоли стоит. Хорошо, пошел дальше по флифу. Бей. Нет, хорошо, все походили, развели, так бы скажем, Меланхоли на God Strange, Бэтмен. Блин, 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 и ну, Меланхоли получает вайпер страйк, голову Санрайм просто стоит, флип, и где-то сзади откидывается, умирает Свен. У Агрмага есть байбек, нужно его делать. Есть байбек, нужно делать, почему не было заюзного РП? Вот у меня такой вот вопрос, и сюда сейчас может спокойно запрыгнуть. Блин, можно, мог бы спокойно запрыгнуть сюда, махнуть, стать сюда РП. У Агрмаг нужно, чтобы делал байбек. Нужно, чтобы делал байбек, и нужно дефать сторону. Ну блин, 40 секунд, они все равно будут дальше пушить, через гриф даже пойду дальше. Пытаюсь один время отвлекать. Да дай ты уже РП и прокати их на скивере, блин. Или они ждут, пока броня спадет. Не, ну Вив там еще будет очень долго действовать. Они по-любому бараки заберут, браки в медуда упадут. В любом случае. И... ну они просто подождали, пока Усвана кончится, да? БКБ. Божья рука, хорошо, залетел, начал сосать, хорошо, что дальше? Филф залетел, нифига, ой, хороший РП от Гоблина, по троим попал, очень хорошо. Божья рука пытается что-то нарезать, Свен есть, уже хорошо, у него есть God Strange. Бэтмен получает грейв, это минус 2 уже в исполнении Бэтмена, нужно делать байбек, Локи добивает уже последнего, Меланхоли бежит, 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 слишком быстрее. Ребята, делают ТП. Ну, с горем пополам одефали, одна сторона только упала. Есть крас, 1400 сверху. Блин, нужен байбек. Вот в таких случаях всегда нужен байбек. Вот, когда меня спрашивают, что самое дорогое в доте, я не говорю догон 5 уровня, я говорю байбек. Серьезно, это, наверное, самое дорогое, что только есть в доте. Что у божьей руки? У божьей руки хорошо. Есть Саша Яша, есть БКБ, есть Миканс. 1400 сверху на руках. Меланхоли. Меланхоли, БКБ, ПТ. Ой, Керас. ТПшку себе везет Меланхоли. Но я скорее думал, что добежать будет проще. Ну да ладно. На божью руку что-то помигали. Лица. Блин, нужно оставлять на байбеке, ребят. Нужно оставлять на байбеке. Я думаю, тут уже этого состояния выкупа мне здесь больше будет интересно. Божья рука очень быстрый для Филфа. И просто улетает. Разбивают, Девардом занимаются. Ребята, ну блин, Гоблин слишком поздно дал тогда РП. Может, не было подходящей позиции. Но я там видел как минимум два случая, да? Когда они вот здесь вот и в миду вот здесь вот стояли, блин, и вот здесь вот. Даже вот здесь, чтобы бараки просто задефать, блин, можно было дать РП. Я бы не пожалел, если честно. Если ребята сделают минус 5, если не будет у ребят байбека, им нужно просто идти в тупую, да, вот спушиваешь. Вот этот вот товарочек, который стоит Т3 в миду, и просто идти сразу вот сюда.
Просто сразу. А я могу, интересно, лайки ставить статуям или нет? Нет, не могу. Ладно, гоблина! Приняли! Хорошо, но есть бейбэк. У ребят с команды ТМО у всех есть байбэк. У всех. Что я думаю, может выключить это. У всех есть байбэк. У команды из команды Marvel ни у кого. Если они сейчас сделают минус 5, они сейчас могут спокойно, так как я сказал, да, вот пойти и сделать это. Блин, кажется, вряд ли они дойдут, успеют. Вряд ли не успеют. Вот, да, Магнус сделает байбэк. Хорошо. Есть РП, он РП не тратил. Но ребята развели на байбэк и уходят. Вынужден был просто потратить гоблин, говорю, РП. Байбэк. Что у Меланхолии? У Меланхолии 2600 сверху. Хорошо, есть краса. Блин, нужен Диадалус. Нужен Диадалус. Нужно чуть заходить на Рошана, блин. Варды смог, походу, этот вот спалят. Ребята увидели паскуду, а паскуда-то в инвизе здесь стоит. Хорошо, гоблин, дал РП. Очень хорошо, не надо, не нужно. Да, Флиф не успел дать супернову. Бэтмен очень битый, очень проседает. Хорошо, Флиф делает байбэк, ну а что дальше? Свен, Меланхоли, господи, погибает. Смайлик тоже попадает под раздачу. Ногчи тоже, скорее всего, умрет. Ну и уже просто руки забили Вайпера. Минус 3, даже минус 4 в одного. Фил вернулся. Хорошо, Локи задал стан. Это... Лол, если здесь еще будет минус Фил после байбека. Блин, нужно бить. Нет, не успеет. Да, божья рука тоже замечает, что он не успеет, просто уходит. Хорошо, так и надо. Хорошо, покупай себе ривер. Ой-ой-ой. Можно. Просто главное сейчас насосать, а потом дать две плюхи с руки. Ну! Божечки, боже, ну! Хорошо. Это минус 5 было. Было минус 5. Еще и байбэк. Ну да, Джигера там умер. От Санрая. 9300 опыта. Сколько же они отыграли? Сколько же они отыграли? Господи. 3300 голды. 1700 получают за драку разор. Боже, график я не представляю. Блин, напряженная игра. 42 минута. 6000 по деньгам. В опыте уже даже лидирует ТМО, ну, здесь Марвела, да, здесь... О, боже, это же без драки, без обновленной драки. Давайте немножко подождем и посмотрим потом, сколько там будет голды. А что-то слишком сложно было пробивать вот этого вот Феникса, я так подумал. Да, ресепшн, ребят, вот этот вот плейтмейл мы у него видели, когда я еще вот здесь говорил. Это было минут 15, наверное, назад. У него один ресепт появился с того момента, да, он сделал байбэк. Не знаю, сколько он там потратил, интересно. Ну, 1100, да, он потратил. Байбэк. Хорошо, и обратный заход на Рошана. Если их там еще раз примут, не нужно отдавать Рошана. Ну, ни в коем случае, ребят! Серьезно, ни в коем случае нельзя отдавать Рошана. Ну, по крайней мере, это второй Рошан. Без сыром. Ну блин, ребята. Меланхоли, будет ли это Диадалус, либо будет это бабки на байбэк. Они юзанули смог? Да, хорошо. Бегут. Не, Рошан достанется команде Марвел. Только не Акс. Блин, еще Акс забирает. Хорошо, поставили тамбу, но очень паскуда был. Это лол. Что ж, так больно сейчас будет стан просто по всем. Амон-Рас слили в мгновение. Меланхоли забежал хорошо под станом. Под Гостранджа минус 2 сделай под БКБ. Там Акс уже. Ну смайлик проседает очень быстро. Блин, ну и что теперь? Сейчас если стан залетит по двоим вот напрямую. Просто нужно давать стан. Хорошо, дай стан. Дай стан. Пофигу, дай стан. Вот, хорошо. Смотрите, какой он жирный. Хорошо, Бэтмен здесь под Бладмайлом. Погибает все-таки Феникс. Минус 4. Меланхоли. Трипл килл. Хорошо. 5710. Гоблин делает ТП. Да, деф. Файт рекап, ребят. 7900 в пользу команды ТМО. Опыта. 1600 голды. На графиках
7500 опыта ведет команда ТМО. Ну сейчас, ребят, обновятся графики, мы посмотрим, сколько они ведут уже по голде. Есть ДД у Меланхоли. Боже, где же это ДД было раньше? Там можно было драку закончить за одного просто крита. Хорошо, все делают бабяк, нужно срочно уходить отсюда. Блин, по божьей руке очень хорошо попало все. Просто уходить на ноге, гнать. Меланхоли делает ТП, хорошо. Ему никто уже здесь ничего не собьет. Божья рука. Что? БКБ, ТП, хорошо. Тоже хорошо. Потратил БКБ, ничего страшного. У него там сколько у него уже? Ну, конечно, КД, у него 6-секундное было, 7-секундное, блин, тоже не очень хорошо. Ну, да ладно, и такое бывает. Вот Филф начал тупить, Ну, да, Феникс вначале был актуален, очень даже актуален. Ну, блин, сейчас я даже что-то только одного не подозреваю. Почему его так сложно пробивать, даже под год Стрэнджем? Там дамеджа просто, не знаю, там любую броню, мне кажется, пробивает. Дополнительный урон, просто 200%, блин. Это лол. Ну и смайлик. До сих пор. А, БКБ. О, да. Вот БКБ у него появилась новый. Яша. До сих пор у него Яша. Стараются, ребята, забрать последнюю. Ой, говорю, последнюю. Вторую сторону. Вот. Ульта, Вайпер Страйк. Вот так вот проиграл. Блин, Бэтмен залетел. Нужно что-то делать. Нужно вывозить вот это вот Бэтмена просто сюда. Залетать сюда вот надо Магнусу и вывозить вот это вот куда-то сюда и убивать его там быстро. Даже можно Год Стрэндж тратить, ничего страшного. Ой-ой-ой, хорошо. Вот то, что я говорил, потратил Год Стрэндж, хорошо. Помирает Бэтмен. Блин, нет, не помирает, еще жив. Блин, ну сейчас будет стан над от Супернову. Бэтмен там уже двоих наказал просто верхний топором. Это минус 3. Свен делает байбак. Гоблин еле жив. Гоблин умирает. Гоблин просто на Сенрей сгорел. Локи. Хорошо там добили его. Кто даже не заметил, кто его там добил. Паскуда тоже очень битый. Проседает достаточно неплохо. И он Холли побежал дальше. Блин, Филов на лоу. Просто на лоу ушел. Файт рекап. 9300 уже получают Марвел. Вот, то, что я говорил, что на графиках тут бой, да, был. Чтобы посмотрим, но мы его так и не посмотрели. Разницы нет, разница в ноле. И то, сейчас даже будет на Марвел больше. По опыту. И шло какое-то время ровно. Выехали вперед, что ровно. И начали уменьшаться. 7500 в опыте. Флип. 1000 к Шиве. Блин, долго. Очень долго. 50 минут. Уже как он ее собирает. 8700 у Разора, да, хорошо, вышел на первое место по нетворцу, но бараки-то стоят, сторона стоит, 70 хп у табора осталось. Нужно ребятам как-то кончать, серьезно, нужно ребятам заканчивать эту игру, еще и причем очень быстро. А что себе купил? А, он байбек сделал. Меланхоли, покупай себе, не знаю, то ли ривер, то ли... Я не знаю, что ты себе хочешь покупать, но покупай только. Вот, Меланхоли забежал, хорошо, толпа забежала. Глиф. Минус броня. Ни в коем случае нельзя драться под минус броню. Ни в коем случае. Хорошо, ребята отходят. Приморозили Флифа, приморозили Паскуду. Ну или ждать третьего Рошана. Вот третьего вот этого вот персонажа подождать. Там уже будет и Сыр, и Аегис.